удивило количество жаб. Я спросил, говорю, а что за жабы, что за лягушки-то, зачем такого количества? И Алла попросила их резануть. А потом я подумал, может, такая аллегория, там, типа, жабы душат кого-то, или вот эти как раз, вот эти тупые, которые не понимают, которые готовы сожрать тебя как мошку, только вот рот открыв пасть свою, и только и ждут. Кто может съесть? Что жил ты не так, не возражай, спорить не надо. Если скажут, что ты сущий дурак, а ты согласись, у тебя своя правда. Не беда, потерпи, пусть почешут языки. Даже если жизнь бьет по голове,